Все-таки должна быть Третья мировая война обязательно. Нет. Обязательно должно уменьшиться количество населения, должен начаться голод. Нет, 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 нет. Согласно той же Кабале, человечество может, Земля может в состоянии прокормить от 200 до 300 миллиардов людей. Это вообще... Ну, это они должны стоять, взявшись за руки. Нет, нет, мы говорим о возможностях, которые существуют там на дне океана, там какие-то, я не знаю, существуют такие всевозможные ресурсы, скрытые в природе. Это если мы правильно будем к ней относиться, если мы будем гармонично с ней соответствовать ей, тогда природа будет относиться к нам совершенно по-другому. Мы будем получать совершенно другие обратные от нее воздействия. Вот, конечно, я не собираюсь говорить о таких, вроде бы кажущихся утопических цифрах и состояниях, но если сегодня люди начинают понимать, по крайней мере, серьезные люди, о том, что взяться, что называется, за руки, то есть единение, взаимное понимание, взаимная, ну, не любовь, я имею в виду, взаимосвязь, добрая, правильная взаимосвязь является залогом нашего существования, то вот как обеспечить эту правильную взаимосвязь? Об этом именно говорит Кабала. И она говорит об этом абсолютно научно. Взять силу, эту же силу природы, которая существует в природе, которая создала нас. Это сила единства, единения, сила отдачи, любви. То есть поверить в то, что она способна... Она способна, потому что она нас создала, она нас развивает. И она нас привела сейчас на этот новый порог, когда мы оказались вдруг глобально связанными друг с другом. Взять именно вот эту глобальную силу, использовать ее. Поэтому Кабала раскрывается в наше время, потому что она именно и говорит о том, как сейчас реализовать эту силу единую природную, направленную на человечество правильным образом, не противоставлять человечество этой силе, а чтобы работали они в гармонии, в унисон.